То, что сказал Алиев, поверьте, это будет осуществлено. То, что он сказал и по Карабаху, и по Зангезуру, война будет. И будет широкомасштабная. Пашинян сегодня идет по пути принятия между позором и войной. Это правительство, судя по всему, малообразованное, читало мало книг, и оно не понимает, когда ты выбираешь между позором и войной, в результате, как сказал Черчилль, ты получишь и позор, и войну.